Пожароопасная обстановка на территории края остается сложной. К сожалению, количество пожаров с каждым днем увеличивается, как термоточек, так и в целом самих зарегистрированных пожаров. К сожалению, продолжаем фиксировать поджоги. Причем поджоги в последнее время начали фиксировать со стороны сельхозтоваропроизводителей. Сельхозтоваропроизводители, контролируемые отжигами, готовили сельхозугодия к очередному сезону. Сейчас, в нынешних погодных условиях, с учетом класса пожароопасности, с учетом погоды, которая на сегодняшний день сложилась, о контролируемых отжигах речи быть не может. Есть несколько негативных примеров, хотел бы о них сказать. Это Канский район, там местный аграрий, ни с кем не согласовав, решил провести так называемый контролируемый отжиг на своей территории. По Балахтинскому району также есть негативные у нас примеры, там местный сельхозтоваропроизводитель уже третий раз нарушает особый противопожарный режим. Сейчас к нему применены меры административного воздействия, ну и будут решаться вопросы по ограничению его деятельности на сельскохозяйственном участке. Уважаемые жители края, еще раз обращаюсь к вам, еще раз призываю, что вот в нынешних условиях никакие работы с огнем, они просто недопустимы.